Уже этой осенью в городе будет меньше пробок на дорогах. По крайней мере, именно с таким умыслом строят улицу генерала Хлебникова. Участок от улицы Кудряшова до улицы Шубиных. За счет новой магистрали разгрузят проспект Строителей и Лежневскую. Сейчас ведут работы по перекладке ливневого коллектора. Дорога будет четырехполосной с тротуарами и барьерными ограждениями. Сдать объект должны в следующем году. Однако подрядчик планирует сделать это раньше. Мы не собираемся тянуть, как бы, несмотря на трудности, на погодные условия. Мы столкнулись, что идет подпор большой сильной воды, глубина траншеи достигает до 9 метров. Откачиваем, боремся круглые сутки с водой, но планируем в октябре эту дорогу запустить.